Держи батю. Нихуя себе батя. Цени профиль и инвентарь плит. Ебать ты нищеёб. О, сори, блядь. Нихуя себе. Тимур, здорово. Лет 5-6 тебя, кстати, уже не видел. Только сейчас хороший нашел. Инвентарь. А ты куда пропал после того, как за партой обосрался? Мы всем классом думали, ты умер, а ты живой, оказывается. Да я просто съебался. Не пережил бы такого позора. Спасибо. Ну, кстати, бля, инвентарь реально хороший. Но теперь уже не такой хороший, у тебя калаш. А профиль? Профиль, никнейм гр. О, холера. Лафибой, понятно. Скриншот один имеется в профиле, да? Лол. Найс скриншот. Клантек, выебу жестко, один мембер. Походу, никто не ебет жестко. Ну, профиль 10 из 10. Я тебе от всего сердца, всей души даю тебе эти скины, чтобы твои сердечные муки и плохое настроение ушло вместе с 23-м годом. Спасибо за собак. Это что, это бульдог начала снайта? О, иди кейсик в ТФ-ке открой. О, блядь. Пойдем откроем еще. Осуждаю. Держи подгузник, я думаю, пригодится тебе больше, чем нож контрушки. Пошел на. О, спасибо. Сейчас откроем капсулку. Какой хуй с аниме женщины ему не угодили. Кстати, чекни наклейки на авике. В самой игре там отсылка. Типа я. О, спасибо. Я чекну. Стоп, я и сейчас чекаю, подожди. Держи батю. Нихуя себе у меня батя. Держи шоколадную с Новым годом. Возможно, выпадет нож с 1000 кейсов. Ебать. Нихуя. Это чё? Это сколько стоит вообще такая наклейка? Как эта собачка называется? Прикольная. Ох ты, сука. Вот кто ножи испи***л, блядь. Чё, маме подарил деньги? Ах ты, сука, тварь. Гнида. Нихуя себе у тебя инвентарь, слышь? Слышь, блядь. Блюгемы, да, мои? Нихуя себе. Короче, я чё хотел сказать? Чё хотел ты? Иди на***. Понял. С Новым годом. Спасибо. Я на инвентарь у тебя, ты инвестор, да? Инвестор, ликвиды, декабрь, PN and RMR. Инвестор, да? Инвестор. Инвестор. Комплексти, тысячи интезаблич, инвестор, да? Это вот эти твои регулярные стримы, которыми ты гордишься. Сидишь, чекаешь трейд-лист. Вот это контент, 10-10. Ну меня подставили, ну что я тебе сделаю? Уёбище, мне деньги заблокировало. Мне уёбище деньги заблокировало. Что мне поделать? Я планировал стрим до конца жизни своей, блядь, сегодня. Хороший у тебя инвентарь. Инвестиционный портфель такой. Нет, подождите, вы что тут устроили? Оцени профиль, оцени инвентарь. Не-н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 е. Да хуй, тебе никнейм, отстань уже, блядь. Что? Ах ты чмо, блядь. Ну зачем забирать у меня вот это все? Контузу мою, блядь, все забирает. Здорово, твою голову, ебать. Короче, вот думали, ну, записать себе голосовое, там, все дела, поздравить, и запретку кинуть, но думали запретку не кидать, короче, и вот поздравить тебя с Новым годом. Спасибо. Всего тебе там, хуй, чтоб ты в КС-ку вернулся. Спасибо. С Новым годом, осуждаю, сука, тупых. Avon Market – место, где ты можешь продать скины легко, надежно и быстро. Предметы из КС, Dota 2, Team Fortress 2 и Rust по самым выгодным ценам. Сервис имеет более 300 тысяч пользователей, свыше миллиона проданных скинов и средняя оценка 4,9 на Trustpilot. Продавай скины быстро и получай деньги удобным тебе способом за считанные минуты. Avon Market. Продай скины в пару кликов. Вводи промокод из описания и получи до $5 к первой сделке. Все, я не буду оценивать профили, слышно меня? Ой, блядь, что мне делать? Я могу, конечно, закинуть, по идее, денег. Короче, сейчас я паузу поставлю. Короче, могу закинуть, мне нужно 50 тысяч, да? Нужно 15, 30, 45, 60. Могу 4 раза закинуть денег, будет 60 тысяч, но комиссия сожрет 8 тысяч, ну похуй. 8 тысяч это так, чисто символическое. Ну, для Киви нормально. Если ты будешь Киви продавать, то норм. Короче, ща, но это будет не быстро, если что, 5 минут мне потребует. Ну, плюс-минус. Блин, мразь, конченая. Конченая мразь, говно, блядь. Ждете? Нет? А, ливаете уже? Блядь. А для кого я пополняю тут, нахуй? Стараюсь. А, оплата недоступна. Что, блядь? Подождите секунду, ща обойду. Ну не обойду, а конкретно найду лазейку. Оплата недоступна. Ну заебись, блядь. Че, Новый год у вас? Ну все, ну че делать? А больше нет варианта. У меня нет, блядь, дай. Я проклят. Не, прикиньте, 600 открыл, ничего не выбил, деньги спи***. Оф, что еще? Да в смысле оф? Нет, ну нахуй не оф. Не грусти, Тимурчик. Вот тебе небольшой подгон. Спасибо. Еще ножик для тебя. Где? Ничего не видно. Конец, слэш день уже совсем подходит по иному. Да отстаньте от меня и все, отъебись, блядь. Не буду я ничего оценивать, пожалуйста.
Я все забираю тебя по 250, да еб меня. Держи твое любимое оружие. Держи пистолет, попа ебет, это я. Ты сюда пришел. Ага. О, сын мой. From United Kingdom. С днем рождения. С днем рождения? Делай крафты. А что мне крафтить-то? О, спасибо. Сейчас откроем. Мне что крафтить-то? Я открыл... Не, просто с Новым годом, спасибо. Я открыл, сделал крафт. У меня... Я по 90 туда. Что это, блять? Они анимированные. Что это, блять? Друзья, не добавишь, маму не любишь. Да я думал, да. Ну, блять, а что мне делать? Спасибо за... Сикс. Я не добавляю, друзья. Я думал на НГ, да, но что мне делать? У меня парик есть. С Новым годом, хуесос. Да я не хочу ники оценивать, ребят. Я не хочу. Твой батя. Согласен. Так, ключи сейчас нельзя трейдить вообще. Там ключи, которые покупаешь, они untradable. У меня есть один ключ вроде где-нибудь, где-то. Короче, старые ключи можно трейдить, но новые нет. Тут реально минус 6 тысяч, он просто похуистически. Так о чем мне, блядь? Я же сказал, ну я не... Чё ты доебал? Я слышишь в чате, хуел? Я же сказал, я не добавляю друзей в стиме. Не добавляю вообще, блядь, никого. Откроем, короче, то, что у меня осталось. Не то, что осталось, то, что мне кинули. Вот это. Dragon Lore падает, я перестаю плакать. Ну ладно, или шедевр. Ага, шедевр. Шедевр, блядь, упал, не вру. Сын мертвый шалавы, я на тебя 400 рублей потратил, нахуй, ебать. А ты так и не оценил никнейм, уебище, ебаное. А чё с твоим ником? Говно он, блядь. Я же тебе сказал. Да я не собираюсь офать, а чё мне делать? Один на один в Fortnite играть? Нему красный прилетел. Что мне делать? Я не хочу играть в CS, ни в Dota, ни в фильм. А что после фильма делать? Мы же фильм посмотрим, Нового года не будет. Шахматы? Я в шахматах нуб, ебать. Секретный стрим? Не. Аукцион? Нет, блядь. Два фильма. Вау, вот это ты, блядь, придумал, чел. Я реально не вижу вариантов. А, кстати, да, мне же кейсик в Team Fortress дали. Можно туда зайти открыть один. Но мне нужно кейсик купить сначала. Я не знаю, какой кейсик нужно покупать. Какой кейсик нужно... Нет, блядь. У меня ноль друзей. Я не добавляю нигде, сори. Не надо донатить на то, что я вас добавил. Сколько наклейка Нави стоит, мне интересно. Это ведь старая запись. Это ты как понял? Ты из-за того, что я в Go-версии, ты подумал, что это старая запись, как я кейсы открываю или что? Гений. Роспись хоть оставь, но роспись оставлю. Но сегодня у меня в бане, я тебе завтра с утра сделаю. Окей? 280, что, блядь? Сегодня у меня уже бан росписи. Я не на 100% оставлю. Так, у меня деньги на один кейс хотя бы есть. 48 рублей. А я могу купить кейсик в Team Fortress, чтобы его открыть? Что он открывает, этот кейс, вообще? Что он открывает? Что мне купить? Так, умник, я тебя сейчас попускать буду. Мягкий знак, твоя мать. Объясняю. Как все было? Я купил нож, продал его, мне отправили деньги на удержание. Я это прекрасно понимал заранее. Понял? Слышишь, да? Потом я купил АВП Фейт, продал его. Денег на удержание не было. Почему? Хуй пойми. Теперь я продаю АВП Фейт спустя день от этой ситуации. Деньги на удержание. Вопрос, какого хуя? Ответа нет, потому что Габен сын шлю. Вопросы? Аукцион проводят все. Чё? И чё это значит? Да, вы слышите, у меня музон ебать на фоне. Чё вы за клип кидаете? Я не вижу клипы почему-то. Блять, у меня лага... Я нажал клип, у меня залагало. Я не нуждаюсь в представлении, не надо скам. Здесь паукины поколения, со мной ритан. Скалай, ну сзади, ты, сука, нам не нужен скар. Паук, он талает, да, психопат, за рулем. За шурвал, сухи, каморе, лимой глаз, а не так. Чё, тебе выпало? Обзор на то, что я получил за 250 тысяч рублей. Сортируем по цене. Раз, 9+, плюс 3. Ну это задонатили, плюс 1400, плюс 1200, плюс 1200, это закинули, это тоже, нет, это выпало. Нет, подождите, два раза выпало. Бля, так-то до хуй выпало, да? Я миллионер, походу. $1000 инвентарь. Нет, самое обидное, знаете, что еще? То, что вот в следующих 200 кейсах реально был нож, а мне деньги на удержание кинули. Вот это обидно, блядь. У меня трек так ебашит у соседей, что даже я его слышу. Да нахуя вы мне клипы с моего же стрима кидаете? Все. Я в тильте. Я букву проебал в названии, сука. Секунду. Чё, трек закончился? Блять, я на минус вайбе. Блять. Да, блять.
Ты мне не то скинул. Ну, блядь. Какой кейсик мне нужно купить, чтобы открыть в Team Fortress? Я не по... Мню. Я себе. Спасибо. Буду играть. Спасибо, Offered. Не надо, я ничего не буду оценивать. С Новым годом Абсолют пишет. О, ебать. Спасибо. Мне челы закинули, наверное, больше калашей. А чё, подождите, я лагаю, я в интернете. Я завис. Какой мне кейсик нужно купить, чтобы открыть в Team Fortress? Подскажите, блять. Подскажите. Подсказку. Вот это? Или вот... О, вот это, по-моему. Да, блять, у меня примется? Да хули щит, блять. Хули щит, сука. Ну что это, на? Ладно. А, он не продается? Что? Steam упал или чё? No listing this item. Может это? О, 5 рублей. Покупаю. 9 рублей! Да пиздец. А, и эти пришли. Открываем, короче. Что это? Песок упал. Просто, вам погромче микрофон. Слышно? Вы понимаете, просто, вам еще хуй слышно. Я слушаю музыку в своих наушниках на пол на 50% и слышу их музыку, блядь. Вы там насколько въебали вообще, блядь? Вообще нож не выпал. Ну как? Как, ну? Ну как, ну? Я что, так и не поменял букву? Блядь. Как?